Ежегодно по доброй традиции рязанские газовики готовят вечные огни к Дню Победы. Техническое обслуживание систем газоснабжения памятников с вечным огнем проведено на площади Маргелова и на Скорбящинском мемориале. Работники Рязаньгоргаза выполнили весь комплекс работ для поддержания и исправности газового оборудования вечных огней. Отрегулировали и смазали запорные устройства, продули и опрессовали газопроводы, почистили от нагара чаши, удалили накопившийся мусор, отрегулировали работу горелок. Эту работу мы доверяем только лучшим сотрудникам, потому что поддерживать пламя вечного огня для нас это почет, но очень ответственная задача. Акция, в рамках которой мы делаем это, вот уже несколько лет так и называется – «Священный долг, вечная память». На площади Маргелова и Скорбящинском мемориале газовики зажигают огонь памяти к значимым датам по заявке городской администрации. Но техническую исправность оборудования необходимо поддерживать всегда. И сейчас, за две недели до Дня Победы, все готово. Пламя вечных огней будет торжественно зажжено непосредственно перед проведением праздничных мероприятий. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».